Второй по величине город области Рыбинск готовится отпраздновать свой 238-й день рождения. Главным событием станет большой полумарафон «Великий хлебный путь», который пройдет по центральным улицам города. На одной из площадок праздника, площади Дерунова, состоится награждение отличившихся жителей почетным знаком за заслуги перед городом Рыбинском. Здесь же споет сводный детский хор из 500 участников музыкальных и общеобразовательных школ. На Аллее Славы будет работать кулинарная мастерская. На этот раз рыбинцы поразят публику арт-композицией в виде трехметрового каравая с названием «Хлеб земли Рыбинской». На Волге ожидают шоу парашютистов, а в Дмитровском сквере состоится фестиваль красок с интерактивными программами. В течение всего дня в разных точках города будут выступать творческие коллективы. Праздник продолжится и в воскресенье. В Рыбинске состоится церемония установки памятных знаков лауреатам премии Людвига Нобеля 2014-2015 годов. Мы определяем тематику и концепцию Дня города. Вот в этот раз мы посвящаем, я думаю, очень актуальной теме – это здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни действительно необходимый. Вот этот полумарафон, который является центральным событием Днем города, я думаю, что будет интересен, мы его проводим впервые в этот раз. Сделали так называемый культурный марафон в поддержку спортивного полумарафона. Естественно, свыше 2500 участников будут принимать участие в различных творческих площадках и создавать хорошие настроение рыбинцам в день города.